Но ведь говорят, главное не подарок, а внимание. Мурат, 8 лет вместе. Это не может быть случайный подарок. Просто открыткой тут не обойтись. Я люблю подмечать о нем всякие мелочи. Например, могу взять тайком в путешествие его любимую вещь. Ну как я могу сделать тебе сюрприз, да еще и со смыслом, если мы все время вместе? Хочешь, чтобы я поменьше обращал на тебя внимание? Ты мог бы сделать вид, что не замечаешь. Командная работа. Я стараюсь тебя удивить, ты удивляешься. Наташа – самая необычная девушка, которую я встречал. Я каждый раз волнуюсь, когда выбираю ей подарок. А вдруг не понравится? Вот это? Ты серьезно? Мы очень похожи. И наша любовь к путешествиям нас очень сблизила. Наташа как радар. Она ловит красоту и делится со мной. Мне нравится удивлять его. И то, что с ним никогда не бывает скучно. Идеальный подарок – это когда любишь человека и думаешь о нем. Закрой уши. Я думаю, она мой главный подарок.